Ребята, привет! Вот ни для кого не секрет, что машинки с диспенсера тянет все сюда, на панель управления, на плату индикации. Она начинает там ржаветь, отгнивает дорожки и тому подобное. Также есть второй момент по поводу тараканов. Вот тараканы любят откладывать свои продукты жизнедеятельности на процессор. Он греется, они там греются. Все это отгнивает потом от них, из-за них, да? Получается, что если модуль выжил, то на него нужно нанести будет защиту, на сам процессор. Если вот вы почистили, раз, и заработала машинка, да? Вот, хочу рассказать вот про такой диэлектрик. Жидкая изоляция называется. Пользуюсь уже где-то года 4, наверное, 5 точно. Вот, получается, что очистили, да, вы, допустим, процессор от тараканов. Все, потом наносите, не боитесь, прям заливаете его весь. Все, и даже если в том доме тараканы все равно будут продолжать оставаться, все, эта защита, она уже дает 100% гарантию. Потому что было такое, через полгода раз, опять привозим, опять засрали процессор, опять нужно очистить, все. А когда нанесли вот это средство, да, получается, что есть тараканы, нет тараканов, в общем, процессор работает. Если было полезным, ну, ставь лайк. А в следующем расскажу, как от тараканов избавиться.